Так, я всех приветствую. Мы продолжаем проходить на предстояние войны. Ой, на пороге войны предстояния. Так, у нас миссия «Незваные гости». Итак, что произошло? Какой-то теракт опять. Только теперь нам надо защитить блокпост, который находится в Блудове. Итак, мы опять обычный солдат. Крофтон Нельсон. Да. Давайте защищать. О, черт! Только этого не хватало. Крофт, давай попробуем плавить диверсантов. Нет, ряд вот. Главное от этих же диверсантов пулю сейчас не словить. Разговоры всем отставить! Тревога! Чёртовы повстанцы атаковали не наш блокпост в Блудове. Всем караульным. Пулеметы. Уничтожить противника. Давай-ка садись за этот пулемет. Защитить пост. Защитим. Только бы сначала его обследовать. А то я нифига не знаю, где вот что. Оружие... обнаружить или ликвидировать стрелка. Тут работает снайпер! Замечательно. Лабиринты тут, естественно, танк зачем-то за пределами стоит. Хорош, пока что наш человек очень хорошо так справляется. Блин, я тут бегаю. Ой, сейчас какой резонанс-то был. Не, огонь все равно не нужен. Тут лампочка горит. Вот у них там все равно темно, нифига не видно. Попробуем так наугад. Они скорее с той стороны пойдут. Никого не видно. Огонь. Ну, замечательно. Сдох. А. Человек там был. Враждебно настроенный. Что, кто еще может? Пятый, давай. Ты у нас бесстрашный парень, так что я отправляю тебя. Что это за хрень? Третьего там уже. Вот они уже там обходят, оказывается. Они уже повсюду. Со всех сторон обходят. Господи. Еще. Вижу. Так.
Нет, не видно ничего, он скрылся. Магазин. Магазин. Засели его там в лесу. Нет, это куст, кажется. Красавчик. Молодец, отработал. Почему он сдохнуть уже успел? Даже ни одного выстрела не слышал. Их что там это? У них что, оружие с глушителями, что ли, какое-то? Так, интересно. С стороны нашей базы они вряд ли пойдут. Обзор. Нет, по мне кто-то палит. Прямо сейчас. Наверняка там этот СМП-5. Но, к сожалению, они им пользоваться не научились, так что... Вот же он прямо там. Чего вы его не видите, что ли? Ребята, вы меня огорчаете. Его никого не убивает. Его не убивают. Сговорились, что ли? Очень опасно я тут хожу. Там наверняка кто-нибудь уже. Да, вот он. Что ж, довольно неплохо пока что обороняем. Никто не пошел пока что. Никто не убил меня. Меня, это самое главное, чтобы меня не убили. Главное, бинокля нету. Не бинокль. А то и глазами ничего не вижу. Прямо возле нашей базы. Что такое? Блокпост мы защитили. Зачем-то надо обследовать теперь квадрат. Ладно. Надо так надо. Приказы не обсуждаются, как говорится. Вперед. Сзади.
непонятно зачем. В очередной раз убеждаемся, конечно, в одной вещи, которую я вам не буду рассказывать. Включим фары, потому что у нас все равно тут слышно и видно. А так я хоть замечу хоть кого-нибудь. Я так понимаю, тут кто-то беженец какой-то уже. Здравствуйте. Здрасте, приехали. Миссия провалена. Что-то он уж слишком агрессивно сдавался как-то с ружьем. Я уж думал, думаю, он будет сдаваться. А он резко сказал, я сдаюсь, я случайно пальнул по нему. Что ж, мы теперь знаем, где он находится, теоретически, так что четвертый быстрее залазь. И не надо. Останься, короче, здесь, я сам. Вроде там чисто. Я отношусь к этим миссиям спонтанно, конечно. Это все-таки военный симулятор. Но каждый проходит так, как он хочет. Вот здесь был человек. Где? Где-то здесь. Здравствуйте. Нормально. Теперь ты у меня пошел в плену и смотри без глупостей. Быстрей давай. Небось еще сбежишь. Сейчас мы из себя всю дурь выбьем. Че, сел? Сейчас проверю. Да, сел. Мало ли, может он и не сел. Что за шум? Ой, как мы в наглую-то, с горочки. Там же проезда нет. Или есть? Нет проезда. Вот наглецы прямо через главный ход хотели. Так, вот блокпост. Куда его отправлять? Вот это удача, удалось захватить пленного, теперь доставьте его на блокпост. Куда именно его там доставлять на блокпост? Roger.
Так, доставили. Только посмотрите, как он так спокойненько гуляет. Миссия завершена. Отлично. Ты защитил блокпост от этих подонков и взял языка. Его язык зовут. Отличная работа. Действительно отличная работа. Миссия завершена.